привет, короче, и тем, кто пришел ко мне на канал, на позиции Лена сейчас будет. Мам, ты хочешь пиво? Тебе какое пиво? Мятное или абрикосовое, или обычное? Ты какое вообще хочешь пиво? Мне ноль пива. Ну, ноль абрикосовое или какое ты пиво хочешь? Ну, простой ноль. Или, может, ты абрикосового хочешь? Зачем мне с наполнителями? Ну, может, тебе абрикосового дать? Давай абрикосовый. Сейчас посмотрим, какое вообще пиво купил. Ну, да, ноль. Сейчас посмотрим, какое я пиво купил для мамы. Семечки купил? Ну, не знаю. Мам, я тебе, короче, купил это какого зеленого пива. Ну ты зеленого пива попьешь. Я не буду креплённым. Ну ты смотри, зеленое пиво попьешь. Смотри, оно зеленое вообще. Ну ты это какого, ты глотнешь, тебе язык будет зеленый. На, пиво, вообще клево, зеленое пиво. Ну ты смотри, зеленое пиво, логически. Если оно креплённое, пить. Да вообще клево. Ну и что в унитаз его вылишь на? Я вылью, да. Ну давай быстрее, а то у меня пальцы замерзают. Ну а там же снег идет. Что поставить? Куда поставить? Поставить там бактерии. А с руки это не сильно бактерии. Давай. На. Это ноль. А, ты хочешь еще, короче, это какого это розового пива? Такое? Ты, наверное, хочешь еще розового пива? На, розового пива. Да мне, блядь, хватит от. Да, розового пива, нормально. Ты выпьешь розового хоть пива. Ну ты, наверное, классического по-любому хочешь пива. Ты куда мне столько набрал? О, ма! Сейчас. Ма, ты семечки хочешь джин? Вообще реальные семечки джин. Купить. Ну ты мне сказала, да не, вот такие, на, джин, короче, пощелкай нахуй, это зубы вырастут. Мартин сказала купить. Ну конечно, блядь, ка я себя же не мог бы оставить. Без алкоголя, это я же позитив вселенной. Да будет анархия, бухай! Пиздец печени, панки, хай!